Здорово всем, ребят, с вами HillHertz, и сегодня мы с вами посмотрим на немножечко геймплей игры Medieval. Если вы знаете, она вышла в очень далеком, по-моему, 98 году. Сейчас, 25 октября, на PlayStation 4 готовится, получается, не переиздание, а ремастер этой игры. Вот, и есть несколько, буквально 10 минут геймплейных кадров. Ссылка на оригинал видео будет, разумеется, в описании. Все на японском, ребята, что смогу, поясню. В детстве я много в нее играл. Говорят, будет даже 4К текстура, что круто. Ну, разумеется, японские настройки самые японские из всех. Тут как бы без этого никуда. Не знаю, мне кажется круто, когда старые игры берут и ремастерят. По-моему, самая-самая первая версия была еще на PlayStation Portable. Ну вот что-то мне подсказывает, до конца не уверен, ребят, но по-моему так. Разумеется, куда же без флешбеков. А у него одного глаза всегда не было? Я чё-то не помнил. Ну и наконец-то начнется геймплей. Не, ну графон, конечно, пооткрутили до небес, до небес. Какая музяка, ё-моё! Сундуки даже открывать не приходится, очень удобно. Шлем, походу, нашли. Давайте уже боевку показывайте. Ну и да, деремся мы пока что рукой. Видимо, не в ту сторону нужно идти. Или еще не все залутали. Там же сундучок, вы чего? Эх, забыли сундук. Ну, бывает, ребята, бывает. Ну, с мечом-то поинтереснее будет, согласитесь. И музыка просто фантастическая. А, нужно было какой-то предмет положить сюда, чтобы дверь открылась. Хорошо. Не, ну пока что старенькая, добрая какая-то мультяшная игрушка. Даже карту мира завезли, офигеть.
Это, наверное, такое, типа он вечером с работы пришел и хочется отдохнуть, вот почему бы не зайти и не залипнуть вот в это. Но это не точно. Не, красиво выглядит, красиво. Намного лучше. Чем-то Fable напоминает. Тоже такое доброе все. Знаете, звук как будто с колонок идет. Нифига он их размотал. Ого, и это было пафосно довольно. Похоже, это хилка была, да? А то я что-то прозевал момент. Так, у нас есть полоска ХП слева сверху и полоска какая-то коричневая, которая непонятно для чего используется. Наверное, какие-то скиллы или обилки, я не знаю. А почему он мечом не дерется? У него же есть меч. Странно. Нам этого не понять. И, похоже, нам придется искать по локациям всякие ключевые предметы, чтобы была возможность пройти дальше. Скорее всего, так. Но это не точно. Блокировка есть, это хорошо. Ничего себе. Вот это гангбэнг. Камера как в Dark Souls'ах. Так, у нас есть хилки, хорошо. Неплохая засада, неплохая. Щит блокирует вроде бы весь входящий урон. Не знаю, старый добрый медивал какой-то ламповый даже, что ли. А интересно, тут будут какие-нибудь боссы новые? Также разработчики говорили то, что это не просто ремастер, это еще продолжение каких-то оригинальных идей, так что, возможно, здесь нас будет ждать что-то новое, а чего не было в оригинале игры, но это не точно. По-моему, когда их задевает этот значок, у них глаза загораются. Вот, и что-то это дает. Угу. Прокачка непонятно чего. А, это новое оружие, дротики метательные, серьезно? Ну, они расходуются и тратятся, это не круто. Или просто на первый PlayStation была. Ребят, что-то я это подзапамятовал. Честно говоря, где изначально игра выходила. Так что прошу меня простить за мою, забывчивость. Вот. Походу еще и головоломки завезли.
Единственное, я не понял, где количество хилок еще. А, сверху, вижу, над хпшкой, понял. Две штуки еще осталось, наверное, даже три. Все, дальше пройти не получается. Хотя нет, вроде бы геймплей еще есть, так что смотрим. Я думаю, рано или поздно тот, кто играет, поймет, куда идти и что делать. Какая-то заряженная атака была, непонятно, но выглядит пафосно. Ага, как у этого, как у варвара из Диабло. Крутящаяся есть атака. Ну, как минимум, стильно выглядит. Ну и вроде бы руну для прохода мы уже с вами нашли. Угу. Ну, наверное, демка закончилась, которую можно было показать. В целом, выглядит круто. Не знаю, возвращает в детство. Мне понравилось, что и говорить. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк, написать комментарий, все читаю, все отвечаю. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо спонсорам. Пишите, что думаете по этой игре, если вдруг есть у вас какие-то мысли. Всем всего хорошего, удачи. Вы самые лучшие, обожаю всех. С вами был Хилл Хёрдс.